Огонь полностью захватил крышу. Ориентировочная площадь горения 800 квадратных метров. Сотрудники МЧС создали 3 участка тушения. На место прибыли 2 пожарно-спасательные части и аварийно-спасательная служба региона, а также аварийно-спасательное формирование города. Справиться с пламенем быстро оказалось не так просто. Из-за риска обрушения кровли огнеборцам пришлось покинуть крышу. Спасателям потребовалось проложить магистральные рукавные линии. В водопроводной системе не хватило давления. И привлечь специальную технику для тушения крупных пожаров.